Всем привет! Это самый объективный обзор на обновление 0.28.0. Дали мне какую-то награду. Брелки какие-то, ну за звание, понятное дело. Так, это понятно, блять. Менеджер загрузки, что? Что? Что это за хуйня? Ну, брелки, как обычно, говно. Sunstrike в целом говно. О, лучший клан на планете. Начнем с БП. Начнем с БП. Скины, да? Ой, блядь, скины здесь, конечно, вау. Просто вау. Что это такое? Просто ржавая залупа. Охуенно. Дальше. Еще одна ржавая залупа. Одной-то мало, да? Это что такое, блядь? А, так это, блядь, третья ржавая залупа. Охуенно. Скин на новую пушку вал. Ну, ничего необычного. Залупа, как обычно. Как обычно, ничего необычного. Это что за скин вообще? Токсик. Что это? Блять, какое говно. И вот ради этого я, ну, типа, разработчики хотят, чтоб я это купил. Вот, вот БП, чтоб я купил. Чтоб мне падало вот это. И то мне даже это не выпадет. С моей-то удачей, блять, это вообще охуеть. Ну, блять, на пулик тоже говно. А, нихуя здесь теперь переливается. Гляньте. Ну то, что переливается, прикольно, но сам скин говно. Это тоже говно. Подожди, а чё здесь не переливается? Здесь потому что просто паттерн, да, другой меняется. Ну хуй знает, ну блять. Ну что это, сука, я не понимаю. Это просто, это типа бензин разлили в лужу, когда в лужу бензин наливается, там такая же радуга, блядь, в этой луже. Боже, what the fuck. Какой ужас, блядь. М-ка, как обычно. Нахуя М-ку опять добавили, я не знаю. Но М-ка полное говно. Ну, Дигл... Даже вот этот блевотный дигл лучше, чем вот эта М-ка, это пиздец. Дальше наклеечки. Блять, что это, сука? Это, арканы даже комментировать не, ну, не нужно, блять. Silent Killer. Охуенно. Не, ну прикольная наклейка, но она будет стоить копейки, нахуй она нужна. Это вообще просто логотип обновления, круто. Это дефолтная. Ну, прикольно. Ну, кал, блять, ебаный. Алерт. Почему алерт? Аларм надо было. Слово аларм в тренде, а не алерт. Это то же самое, сука, что? Просто две одинаковые наклейки, блять. Одна в цвете, другая без цвета. What the fuck вообще? Блять. Хуйня какая-то. Собака, блядь, с костью охуенно. Ворнинг. Вот этот ворнинг, блядь, вот на этот дигл надо лепить, блядь. Или вот на эту залупу. Значит, граффити... Подожди. Так такая же наклейка есть. Вы вообще, у вас фантазии нет, блядь? Серьезно, нахуй? Подождите. Наклейки. Ну, типа, вообще фантазии нет. Просто с наклейки взяли, да, и сделали граффити. Охуенно. Не будем комментировать даже граффити. Это полный пиздец. Я не знаю, что это вообще. Это, блядь, похоже на брелки какого там первого сезона, по-моему. Когда там такой же противогаз был, там за легенду давали в сезоне. Охуенный брелок.
Это что вообще, блядь, реактор какой-то, охуеть. Докал. Тоже кал, блядь. Ну, прикольный, окей. Но он что-то какой-то слишком огромный. Я не знаю, как он вообще на оружие будет смотреться. Наверное, уебично будет смотреться. Это охуенно. Охуенно в плане хуёво. Да, охуенно. Просто ключи. Вау. Просто ключи. Просто, блядь, собака какая-то. Круто. О, зона 9. Вспомнить, блядь, да? Круто. Блядь, мне... По-моему, это уже было, блядь. Только это не брелок, это наклейка опять. И опять вот то же самое. Просто как и с наклейкой повторяется. Вот это ж было. Или меня глючит, блядь, я не понимаю. Ну, охуенно. Еще, блядь, сервера было, работали хорошо, чтобы рынок не лагал. Ну нет, мы завезем, блядь, бесполезный БП, как обычно. Опять с радиационной, блядь, тематикой, которых, блядь, было дохуя. Круто, чё. По-моему, такая наклейка была. Где-то. А сейчас они брелок такой же добавили. Было же это, нет? Я найду, по-любому, я найду. Вот. Да. Какого хуя, блядь, боже. Ну фантазии нету людей, ну что с вами не так? Ну это же одной, сука, и то же. Бля, боже, нахуй. Разработчики. И они хотят, вот, чтобы я это на полном серьезе за сколько покупал? За сколько? За 800 рублей. Охуенно, блядь. За 800 рублей я получу вот это дерьмо, нахуй. А, ну и ножик. Ножик, блядь, сам ножик хуйня. Вот это говно ебаное. Тут с паттерном какая-то блевотина. Зеленый неплох, но сам нож говно, поэтому, блядь, ну... Толку от него ноль. Это вообще что? Это вот что такое, нахуй? Ржавая залупа, блядь, к тем ржавым скинам. И еще помойный, блядь, нож. Ну, самый лучший скин здесь вот этот, но... Я не знаю, под него есть перчатки или нет. Подойдут под него перчатки там зеленые какие-то. Хз. Идем дальше. Новый кейс. Дигл. Заебенный, я вам скажу. Особенно для рарки. Это вообще кайф. То, что рарка настолько охуенная, это кайф. Это круто. Это говно ебаное. Этот скинчик тоже неплохой. Тоже такой. Такой кайфовый Джокер. Охуенный. Кайфовый. Особенно то, что это рарка вообще в ахуе. Ну да похуй. Это что, блядь? Что здесь за паттерн? Что здесь меняется, блядь? Какая-то просто картинка, нахуй. Так, какой ужас. О, то же самое. Спасибо. Два одинаковых скина в кейс. Охуенно вообще засовывать. Это полное говно. Это даже комментировать невозможно, блядь. Это тоже блевотина ебаная. Это они заебали. Вы гляньте просто. Флок. Флок. Да? И, блядь, вот. То же самое, нахуй. Дисгюс. Блять, нахуя вы одинаковые скины добавляете просто на разное оружие? Нахуя? Фрайт. Что это? Что такое это, блять? Что? Что это за скин? Боже. Это, блять, рыганина разработчика, блять. Просто пиздец. Какой-то хамелеон. А, ну хамелеон, понятное дело, коллекция. Без комментариев, блядь. По канону они хотели сделать
прикольный такой скин разноцветный с рисуночками, но получилось очередное говнище, как обычно. Это вот напоминает мне, блять, напоминает мне Авик Бум. Авик Бум мне напоминает. Там такой же принт. Они хотели, наверное, тоже крутой принт сделать. Думали, что будет круто смотреться, но смотрится как хуйня. И вот с этим скином то же самое. Перчатки. Стрём. Угу. Действительно стрём. Дальше. Блять, что это нахуй? Ну это же говно. Но разрабы, блядь, не понимают, что это говно. Нахуя они это добавляют? Кстати. Под ножи Драгонглаз. И вот под новые танта и тычки. Вот эти вот ледяные. Я думаю, подойдет. Вот это охуенные перчатки. Таких не хватало действительно. Но если они, блядь, напортачили с цветами, и у меня, допустим, керамбит Драгонглаз будет, по цвету не такой, как перчатки, или перчатки не такие, как керыч, то, блядь, ну, это провал, сука. А так в перспективе пока что это заебись. И вот это полная хуйня ебаная просто. Я знаю, под что это под нож, под Nameless нож. Нахуя они добавляют перчатки, которые подходят только под Nameless нож? Вот я не понимаю, блядь. Просто зачем? Ну, может, не только, но ебать. Для чего? Чё, где он? Вот. Что это? Объясните мне. Кто-то в здравом уме, блядь, будет с этим бегать? Ну, серьезно? Вот серьезно, блядь, ну просто пиздец. Просто эффект ЛСД нахуячили на нож. Пиздец. Вау, круто. И вроде как все, да? Сколько это вообще стоит? Кто-то выбил уже, нет? Ну-ка. Хамелеон. Сейчас прогрузится, у нас же тут сервера самые пиздатые, самые крутые. Они выдерживают напор, блядь, игроков после обновления. А серьезно, ничего в продаже нет? То есть никто даже боксик новый не открыл? И до сих пор еще шмот не продал, да, отсюда? Чё здесь, кстати? Ёбаный свет. Ну вот это под черный сет, но, блядь, других скинов таких же черных нету, поэтому какой нахуй черный сет в стендофе? Ну это, блядь, ну это ужас, сука. Не, в боксах все как обычно, все дерьмище положили туда. Дальше. Ебать, они тут разрисовали, охуеть. Охуеть. Битва на АКР, король точки. Король точки я играть не буду, потому что это просто ты там захватил точку и, блядь, сидишь на ней, все. Я схожу в закладку бомбы. Если у меня прогрузится сервак, блядь. Сервер. Прогрузись. Спасибо. Закладка бомбы. Закрытая. Бля, ну вот, сука, вот у них на поверхности сделать нормальные сервера, они этого не делают. Они не понимают то, что когда выходят сезонные обновления, всегда, всегда, сука, всегда. Да даже когда ивентовые выходят, всегда сервера виснут вот так. Вот просто обработка бесконечная. Я всего лишь лобби закрываю. У меня бесконечно нахуй обработка. Какого хуя? Боже. Все, зона 7, поехали. Ждем, пока запустит, потому что опять-таки сервера хуйня. О, кайф. Запускает. О, да ну нахуй, серьезно? Зайдем за Т-сайт. Посмотрим как раз и вал посмотрим, и карту посмотрим. Я смотрю, карта супер большая, это нахуй в стендофе не нужно. Куча каких-то проходов, блять. Как в этом всем разбираться, я не понимаю вообще.
Ну да, блять. Ну, замена этой самой эмки с глушителем только за Т-сайт, все. Я не знаю, она ваншотит вообще ну, в голову или нет. Вал вот этот. Так. Чё по карте-то вообще? Карта. Это Бэплэнд. Ну, за Т-сайт на Бэплэнд легко доходить. Дальше что здесь? Какие-то проходы, блядь. Что, блядь? Класс какой-то. А можно войти? Поучиться там. Какой-то еще спуск. Да я не знаю, эта карта какая-то слишком... Слишком она странная, слишком она узкая какая-то, куча проходов. Зачем они это сделали? Где мид вообще? Где мид находится? Здесь есть мид? Мид. А, вот это мид. Серьезно? Вот это мид? А хули он такой маленький, блядь, этот мид? Что это за мид? То есть меня оттуда могут убить, оттуда, отсюда, отсюда, блядь, отсюда. Тут чел может закрысить, блядь. Ёбаный свет. Ёбаный свет. Чё натворили? Чё нам вымудряли, блядь? Что это? Как это я поднялся сейчас? Куда я иду? Где я, блядь? Я вернулся откуда и пришел или чё? Чё там на планете А? Ну-ка. Да я не знаю, какой-то лабиринт ебаный, а не карта. Я на ней вообще играть, наверное, не буду, блядь. Опять на сенсор. Это Plant А, серьезно? Просто ебаные коробки, это Plant А? Кайф. Очень круто. Бэплэнд мне понравился больше. Не знаю, блядь, карта ебаное говно просто. Это даже хуже Дюна, я вам скажу. Дюна хоть и не сбалансированная нихуя, но она хотя бы понятна игроку. Как минимум мне она понятна. Я могу там всякие штуки понаделать. Я знаю, как на ней играть и так далее. Здесь. Я не понимаю, куда иду, блядь, вообще. Я не понимаю, куда я пришел. Зачем? Что это? Что это за выход в окно? Внезапный такой. А, это мид, блядь, снова. Охуеть. Понимаете, я даже не понял, блядь, то, что я на мид пришел. Это что? А. И как мне туда попасть? Блядь. О боже. Короче, нет. Карта... Я на этой карте точно играть не буду. Не знаю, как вы, но... Что-то вообще... Что-то вообще она мне не нравится. Просто пиздец какой-то. Подожди, а вал доступен за обе стороны или только за Т? А, ну все верно, да, все правильно. То если бы за обе стороны было бы какая-то хуйня, а так нормально. Ну, в целом нормик. Карта, но я, блядь, я не знаю. Она норм. Она выглядит прикольно, там классно, вся хуйня, но, блядь, я не понимаю, куда иду. Для меня это ебаный лабиринт. Вы посмотрите, сколько здесь, сука, проходов. Вы просто взгляните. Вот сравните с другими картами и посмотрите на эту. Ну это же просто пизда. Я не знаю, это точно карта не для соревновательного режима. Это какая-то
Это карта, блядь, для какого-то режима, где ты просто выходишь, ебашишь всех по лабиринтам, по этим, по всяким проходам. Просто там дезматч тот же самый. Вот и все, типа. Я хуй его знает. Звуки радиации убочек. Ну, на видосе, наверное, не слышно. Потому что видос без звука. Без игрового. Хз. Не знаю. Короче, вывод. Обновление говно, как обычно. Как обычно хуйня, потому что не добавили ни клиент сервера, ни каких-то технических улучшений. Ну, типа, блядь, ничего, сука, из того, что действительно нужно игре. Вот ничего. Вот и все. А еще она не вышла на iOS в первый день. Я записываю 14 марта, вот. Полдевятого по Москве. И обновление на iOS до сих пор не вышло. То есть, ну, я вынужден записывать этот видос, блядь, с телефона. Вот так вот. Не, ну, бэкплант прям охуенно сделан, но, блядь, сама карта сомнительная, конечно, я не знаю. Я не знаю. Для меня она абсолютно непонятна. Какой-то разбитый моник. Короче, хз, пишите там в комментах что-то там, свое мнение, может. Может, я там чего-то не понимаю, может, поправите меня в каких-то моментах. Хз. Я, это не то, что чего, ну, это не то, чего я ждал, типа. От карты я такого не ждал. Я не ждал, в принципе, там, каких-то просто, блядь, скинов. Я думал, что завезут там что-нибудь в техническом плане, там, я не знаю. А если по поводу скинов, то завезли бы модельки на, ну, персонажей, короче, типа оперативников. Типа, нахуя они делали сюжет там про Адама, Виктора и Цезаря, да? Если... Ну, где они? Где они в игре? Было бы охуенно, если бы они добавили их как скины и все. Но нет. Такие дела. Ну все, ставьте лайк, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка на него в описании. Я там пощу, когда стрим, когда видео выйдет. Вообще там всякая информация есть. Все, пока.